Здравствуйте, коллеги. Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Меня зовут Калачев Дмитрий, я представляю компанию «Впрок», это Республика Татарстан, Пермский край и Свердловская область. Мы представлены. Расскажите, вы на нашей выставке для того, чтобы увидеть какие-то новые интересные решения? Или какую-то идею вы уже хотели бы воплотить с каким-то из наших партнеров? Да, именно для того, чтобы ознакомиться с современными технологиями, с трендами, понять, о чем люди думают, направление, скажем так, мысли розничной. И уже есть интересные контакты. Ну, в принципе, это в понятных как бы технологиях, это касса самообслуживания, это вот интересное предложение было от компании Brixly, то есть с холодильниками, как тоже самообслуживание, наверное, да, то есть технологии. И вот мы уже договорились о обсуждении этих проектов после встречи. Расскажите, как вам выставка в целом, какие интересные продукты представлены. Может быть, вы не нашли чего-то, чего хотели и ожидали на нашей выставке увидеть? Я, в принципе, увидел то, что я ожидал. Да, то есть, в принципе, есть понимание о том, куда развивается розничная торговля, какие технологии сейчас в тренде. Я, ну, наверное, пока я не увидел что-то принципиально нового для себя, но я вижу, что те идеи, которые были озвучены там какое-то время назад, они становятся доступны в том числе для небольших сетей, таких как наша сеть, региональных сетей, не требуют там каких-то уже больших инвестиций, и мы можем их действительно внедрять, и мы собираемся это делать, изучаем, как бы считаем экономику, изучаем, что происходит, и в принципе, все очень интересно. Мне очень, как бы, хотя полдня на выставке, я уже очень много что услышал, узнал и увидел. Выставка техническая, и она первая такого формата, и вы поддерживаете ее своим визитом к нам, и мы надеемся, конечно, что этот тренд задастся на многие годы, и в следующей выставке вы увидите многие интересные новые решения, которые еще рынок не видел. Спасибо вам, что вы с нами, и надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо большое. Спасибо вам. Я должен был что-то сказать про то, что я представляю здесь, в том числе и Дрогери Союз, то, что наша сеть является членом такого большого объединения, и здесь несколько сетей представлены, кроме нашей, и руководство нашего Дрогери Союза, и вот те процессы, которые идут по консолидации, по объединению усилий в технологиях, они на самом деле здесь находят отражение и позволяют нам двигаться в этом направлении. Спасибо организаторам за такое прекрасное место, выставку. Организация чудесная просто. Спасибо большое.